Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ночью я записывал ролик про спойлеры про это обновление, а сегодня утром я уже записываю обзор этого обновления. Да, ребятки, наконец-то вышло обновление, добавили очень крутой ивент, добавили всякие дополнительные обновления, улучшили рыбалку, улучшили дальнобойщики и добавили новые автомобили. Поэтому сегодня я вам это все покажу, расскажу там и так далее. Надеюсь на вашу поддержку. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Но для тех, кто не в курсе, я играю на втором сервачке на проекте Amazing RP. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Тем более, вышло обновление, на ивенте можно позаработать неплохо так баблишко, получить уникальные призы, автомобили там и так далее. Поэтому самое лучшее время начать играть. Ну а чтобы у вас были первые деньги, конечно же, не забывайте вводить по промокод Полканов. Его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. За него вы получите 300 тысяч рублей. Но я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели! Ну что ж, ребятки, давайте начнем с новых улучшений, которые добавили в апгрейд. Теперь мы нажимаем кнопочку Tab, и здесь есть у нас получается строка навыки. И здесь мы теперь можем посмотреть все наши навыки и новые навыки, которые добавили в этом обновлении. Из новых навыков это получается рыболовные сети, которые мы можем приобрести. Это очень классная темка, я вам ее покажу в следующем ролике. В следующем ролике я вам покажу, как это работает, сколько можно заработать и так далее. Поэтому обязательно ждите и подписывайтесь на канал. Также добавили художника, то есть процесс нанесения и закрашивания граффити ускорен на 35%. Вот это очень полезная темочка, которую я в ближайшее время куплю. Также добавлено улучшение Силач 2, открывает плюс 12 слотов в вашем инвентаре. То есть, допустим, вот я открываю инвентарь, здесь у меня получается не все, видите, открыто. А если я куплю это улучшение, то мне будет доступно, в принципе, еще получается 2 строки. То есть, бывает реально места не хватает, а если вы купите это улучшение, то у вас уже места будет довольно-таки много. Ну и также добавили улучшение, называется он Чистюля 2. Теперь ваша одежда загрязняется, теряет целостность на 30% дольше. Также добавили зависимый. Время до повторного использования релаксантов сокращено 35%. Настоящий полицейский. Время повторного поиска преступника сокращено на 35%. То есть каждому здесь уделили внимание по факту. И тем, кто красит граффити, и тем, кто рыбак, и тем, кто в полиции, и тех, кто в нелегалах там и так далее. То есть улучшение добавили на каждый вкус и цвет. Реально, это теперь выглядит по-другому. Если у вас из этого что-то куплено, оно отображается вот таким вот оранжевым цветом, если что. Если мы уже зарыли за рыбалку, давайте с ее в принципе и начнем. Вот получается магазин, сюда мы можем прийти, и здесь мы можем купить снасти. И здесь есть вот такой вот пункт, рыболовная сеть. Рыболовная сеть Amazing не продается здесь. То есть еще есть какая-то, пацаны, уникальная сеть, именно сеть Amazing она называется, то есть она реально какая-то имбовая. Так, давайте с пацанчиком поздоровимся. Просто я как бы, ну, немножко занят, братишка. Но тебе большой привет, как бы. Я как бы не счастлив, поэтому поздоровайся. Короче, давайте я вам еще раз покажу, что одну сеть, что вторую я купить нельзя. Нужно два раза купить улучшение в апгрейде, и тогда мне это будет доступно. Я, короче, думаю, здесь все понятно. Насчет этой сети Amazing, скорее всего, она будет в рулетке, либо где-то еще. Но это, скорее всего, будет какая-то имбовая темочка, которую я бы тоже хотел посмотреть. Давайте я вам вкратце объясню, как будет это работать. То есть вы, допустим, вот приходите на причал, либо еще куда-то, и можете здесь поставить сеть, и как бы она будет ловить вам рыбу. Не буду вдаваться там в подробности, но я видел еще то, что на скриншотах сеть можно ставить на лодке, понимаете? Допустим, вы берете лодку, плывете в зону, где есть рыба, и там можете поставить сеть. То есть не только там на причале, разные места, скорее всего. Я думаю, данная темка будет пользоваться очень хорошим спросом. Мало кто может пока что себе позволить купить данное улучшение, но, ребятки, я думаю, оно того стоит. Я думаю, это еще увеличит прибыль рыбакам, то есть они будут реально зарабатывать еще больше. Хоть я и не рыбак, ребятки, но я реально рад, то, что произошли такие вот изменения, то есть это реально какое-то разнообразие, и мне самому реально даже захотелось пойти на рыбалку.
Ну что ж, ребята, теперь давайте поговорим про дальнобойщики, про самую мою любимую часть, потому что я дальнобойщик лютый просто. Я обожаю эту темку, и я ждал это обновление. То есть нам добавили возможность перевозить нелегальные грузы, за которые платят очень довольно-таки много. За них реально платят большие деньги. То есть если мы пропишем команду F-меню, здесь как бы можно купить это улучшение. Я вам сейчас покажу. Вот обменник ваучеров, улучшение. И здесь можно купить тяжелый груз. То есть как бы и нелегалы могут это делать, и как бы мы сами сможем это делать, понимаете? Сможем как бы заказывать. Вот, тяжелый груз, стоит он 450 ваучеров, это улучшение. Помимо этого улучшения добавили еще улучшение передачка. То есть вы сможете между своими людьми в семье передавать оружие. Улучшение довольно-таки интересное, и мы его, скорее всего, купим. Как найти барыгу? Пишите команду /job, и здесь найти барыгу, Серегу. Он, получается, находится каждый день в разных местах. Сейчас он находится вот в этом месте. Вот мы к нему подходим. Здесь, получается, список контрактов, мой контракт, информация. Здесь мы, в принципе, можем прочитать информацию, как это работает там и так далее. Я этого делать не буду, ну, я так чисто вам показал. Кому интересно, можете прочитать. Давайте посмотрим список, потому что здесь есть контракты. 1, 2, 3. Я не знаю, чем они отличаются. Мороз Forever, получается, залог. Поиск перевозчика. Так, ваша составляет 100 тысяч. То есть, вот, получается, есть здесь заказы. Давайте еще вот заказ посмотрим. Так, здесь уже заказ такой, бать. Серьезненький. Север Фэмили. Так, мятная пудра. Я понял. Блядь, 400 тысяч можно заработать. Ёбушки-воробушки, ребята. Короче, ребята, как я узнал, данные контракты доступны с 10 утра. То есть, сейчас я их взять не могу. Сейчас по МСК 9.30 утра. То есть, через 25 минут, в принципе, я смогу их взять. То есть это реально круто. То есть я так понимаю, здесь могут семьи заказывать. То есть это семья заказала, она купила улучшение и сделала заказ. Но здесь как бы не особо прибыльно. То есть если я нажму согласиться, принимать контракты на перевозку нельзя. Можно только с 10 утра до 11 вечера. Мне тут пацанчик подсказывает, то, что для ловли этих контрактов нужен 30 скилл дальнобойщика. Поэтому имейте это в виду. Также произошли интересные изменения в 24/7. Добавили новые, получается, товары. Теперь, получается, будут две категории ремок. Одни для обычных автомобилей, а другие для тягачей. И здесь мы видим то, что есть обычный рекомплект, который стоит 5000. И есть рекомплект для тягача, который стоит 8000. И, конечно же, еще добавили домкрат. Домкрат нужен для того, чтобы, если вы перевернулись, вы используете домкрат и сами переворачиваете себе машину. Ну и помимо этого, вроде бы как ничего не добавили. Ну что ж, давайте я возьму автомобиль и попробую сейчас перевернуться. Вот, допустим, пацаны, все, пизда, ебать. Я перевернулся, все, что мне делать, минов нету там и так далее. Мы берем просто, открываем, получается, наш инвентарь. И здесь у нас есть домкрат. Вот так вот, в принципе, он выглядит. Здесь вы можете почитать информацию, зачем он нужен. Теперь мы берем, нажимаем использовать, и у нас автомобиль сам, в принципе, переворачивается. Ну что ж, ребятки, теперь давайте переместимся на сам ивент. Он такой вот атмосферный просто. Находится, если что, он в Арзамасе, как я и предполагал. Давайте я вам покажу еще квестового персонажа. То есть я квесты не буду проходить, ребята, именно сейчас. Я их буду проходить именно на стриме. Мы нажимаем, и нам пишется, вы начали прохождение квестовых заданий. То есть я как бы их проходить не буду, но если что, вот так вот выглядит квестовый персонаж, к которому вам нужно будет обращаться. Короче, я прослушал от него задание, там нужно забрать какой-то грузовик и привезти, так понимаю, сюда. Также мы можем прописать команду Хэллоуин и здесь посмотреть информацию, можем посмотреть квесты, GPS-места, мини-конфет, приобретение конфет. Отметить тематический парк на карте. Давайте нажмем информация, здесь мы можем почитать информацию про ивент, я этого делать не буду, но вкратце, я думаю, в принципе, для вас все будет понятно. Задание от листика, мини-игра, сундук, я вам это тоже чуть позже покажу. Также мы можем посмотреть здесь квесты, посмотреть список квестов, вот у нас получается списочек, здесь всего 6 заданий, ребята, то есть 6 квестовых заданий, которые нам нужно выполнить. Здесь у нас получаются призы, одежда Хэллоуин, одежда маска, одежда ведьмы, короче, всякие аксессуары и автомобили. Аудиосистема, стробоскопы, неоны, ничего такого нету. Я считаю правильно, потому что этого и так как говна, понимаете? Это есть у всех. И оно немножко надоело. А так теперь будут акцент делать на новые аксессуары, на новые скины, на новые автомобили. Мне кажется, это будет интересно.
Из новых автомобилей это получается Ferrari, Rolls-Royce и Lexus. Lexus этот есть еще что в контейнерах. То есть вот такие вот три новых автомобиля. И еще добавили Mini Cooper в автосалон, который стоит 5 миллионов рублей. Вот получается игра, хэллоуинская игра западня. То есть мы будем играть роль, получается, либо убийцы, либо нам нужно будет именно убегать, нужно будет починить генераторы и сбежать с этого места. Я вам показывать не буду, ребятки, честно, потому что я в этом дундук, я не знаю, как там что делать, то есть лучше уже разберемся на стриме. Но самое главное, то, что я понял, если вы хотите участвовать в данной теме, то лучше участвовать как бы с друзьями. То есть вам нужно объединиться, кто-то будет отвлекать маньяка, кто-то будет чинить там и так далее. То есть в одиночку у вас ничего не получится. Лучше с кем-то объединиться, придумать какую-то тактику, и таким образом вы будете выигрывать и зарабатывать как бы те самые очки, которые сможете обменять потом на всякие призы. Поэтому лучше всего, ребятки, реально объединяйтесь. Также, как я и говорил, добавили теплицы, в которых нужно выращивать тыквы. То есть вам нужно проходить квесты, собирать тыквы, и за это вы будете получать семена. И, ребятки, это очень выгодная тема, потому что смотрите, что можно вообще получить. Можно получить Макларен, который стоит очень-очень много. Также можно получить М8, Black випку, обычную випку, рыболовная сетка Amazing, аксессуары там и так далее, пацаны. Поэтому это очень прибыльная тема. Тыква вырастает примерно за 30 минут в реальном времени. Вы должны будете собрать ее в течение 10 минут, после того, как она вырастет. Если вы не успеваете забрать тыкву, то она сгниет. То есть, пацаны, тема реально ебанутая нахуй просто. Я понимаю то, что шанс маленький там выбить Макларен, но все-таки он есть, понимаете? Поэтому, ребятки, заходите на сервак, проходите квесты, собирайте тыквы. Тыквы спамятся, если что, каждый час по всей карте, и кто больше их соберет, тот получит приз. Всего как бы 3 места. Поэтому, ребятки, мои любимые, мои родненькие, не тупите, пожалуйста, качайте игру, заходите, играйте. Если у вас отпало желание играть, забейте хуй, заходите, заходите, ребятки. Самое лучшее время просто зайти, пройти квест, получить реально эмоции, атмосферу и заработать баблишко. Нужно тыквы собирать там каждый час, они спамнятся, и квесты проходить. И оттуда семена падают. Короче, ребятки, это реально темочка ебанутая. Я тоже попробую обязательно. Просто мне для вас надо сначала контент записать, понимаете? Надо снять видос про обнову, про рыбалку, про дальнобойщики. А потом уже заниматься ивентом. Потому что в первую очередь мне нужно для вас записать контент, а потом уже думать про себя и проходить квесты. Но квесты я буду проходить на стрибе, как я в принципе и говорил. Также ребята изменили маппинг в Южном. Южный просто не узнать. Реально, это просто как будто другой город. Самое интересное то, что вот как бы дорога, как вы помните, она была такая узкая, и потом уже шла раздвоение. Но теперь сразу идет раздвоение. Это очень классно. Просто смотри, какая большая дорога, удобная, самое главное. И самое главное то, что теперь, если вы заправляетесь на заправке, вам нужно быстренько выехать из Южного, здесь есть проезд. Теперь не нужно будет, ребятки, полностью обижать эту дорогу. То есть реально очень классное изменение. И кто заметил, убрали мост, пацаны. Здесь раньше над заправкой на 24/7 стоял мост. Его полностью убрали. Теперь его как бы нету. Я когда увидел, я просто охренел. То есть я такого реально не ожидал. Изменения произошли глобально на самом деле. То есть Южный поменялся в лучшую сторону. Ну и здесь тоже произошли изменения, то есть вот как бы тоже дорога теперь вот такая вот красивая. Бля, Южный реально становится все красивее и красивее с каждым обновлением. Реально, город прям очень сильно преобразился. Также для тех, кто не знает, вот изменили еще церковь. То есть ее тоже полностью поменяли. Блять, какие просто разработчики реально красавчики. То есть эту церковь никто никогда не менял. Но вот наконец-то, пацаны, она дождалась, так сказать. Теперь она тоже полностью изменилась. Она теперь выглядит посовременней, покрасивее и более проработана. Реально красавчики разработчики. Просто красавчики. По маппингу реально сделали очень красиво. Но это еще не все изменения, которые произошли в Южном. Ну и, конечно же, произошли изменения возле Останкино. Теперь здесь вот такое вот кольцевое, красивое просто движение, ребята. Да, конечно, бочком теперь толком не поедешь, потому что, ну, теперь да. Теперь только в кювет там уебаться, разбиться, сломаться. Короче, раньше здесь я боком катался там, раздавал. Не получится это делать, но зато сделали как бы красиво. Новая парковка ТРК. Я считаю, все равно сделали красиво, то есть необычно. Очень необычно.
привычно, и первое время, мне кажется, придется все-таки привыкать. Блять, ну вообще, бочком не поездишь, ну пацаны, вот так вот аккуратненько, та ты шо, ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот это я вообще бог дрифта просто, да, пацаны? На, просто размотался сразу. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Постарался вам все подробно рассказать, показать и так далее. Насчет дальнобойщиков и насчет рыбалки будут два отдельных ролика. Поэтому ждите в ближайшее время. Но чтобы не пропустить, конечно же, подписывайтесь на канал, поставьте лайк и поставьте уведомления. Все подробные ссылочки есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Потому что самое время, ребята, не тупите, пожалуйста. Заходите на любой сервак, начинайте играть, проходите квесты и зарабатывайте бабки. И самое главное, получите эмоции и атмосферу. А это многого стоит. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.